можно хорошо спать, но тебя еще недооценивают. Типа ты молодой, и давай пока не то, что придержим, но чуть поменьше баллов надоел. Но их начали достойно оценивать на международном уровне. Это хороший знак, значит, мне кажется, даже у Лепницкой, ну, так же, как у Сотника, есть шанс побороться за тройку. Вот в данный момент, на сегодняшний момент, я могу вот так про него сказать.